do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits. Наконец-то себе составила программу тренировок. Если что, она будет у меня в моем телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании. Я постараюсь скинуть туда эту программу. А здесь просто сборка видео тренировок, которые мне нравятся. А только я поудаляла все вот эти вот ненужные моменты, когда показывают результат до и когда показывают ее после. И, собственно говоря, таким образом я составила себе свою программу тренировок, по которой я уже занимаюсь неделю ровно точно. Я, получается, занимаюсь таким образом. 4 дня занимаюсь. Потом у меня один день перерыв и так далее. И хочу себе распланировать новую цель. Я не говорю заранее какие-то цели, потому что я человек и результат. Я люблю только показывать то, чего я достигла, а не то, чего я еще только планирую достичь. Собственно говоря, поэтому сейчас я буду расписывать ее, точнее свой план достижения, где мой блокнот, не знаю. Все, я себе расписала, кстати, вот здесь, это я не знаю, видно ли вам, потому что у меня заблюрено, то здесь есть окошко, в котором я должна отметить, выполнила ли я свою цель. Сейчас вам покажу на вот этой вот странице, как я расписала свою прошлую цель, просто на примере. Цель, которую я собираюсь сейчас достичь, она, в принципе, краткосрочная, потому что мне нужно ее выполнить буквально за неделю. Я не знаю, получится ли у меня, но я очень на это надеюсь. И когда у меня цели такого типа... Спасибо! Класс! И я их заполняю в отдельном блокноте, а не на доске своих желаний. А сейчас я вам расскажу, что у меня тут да как, и каким образом я составляю себе планы на краткосрочные цели. Во-первых, я вверху обязательно пишу название своей цели, то есть, допустим, вещь, которую я хочу приобрести, или просто какое-то рандомное запоминающееся название, с которым я могу ассоциировать данную цель. Затем, если у вас есть цена на данный товар, на данную цель, тогда вы записываете ее. Если же у вас нету цены, вы просто пишете описание цели, допустим, что именно, куда именно там вы хотите поехать, или вы хотите что-то купить, приобрести, не знаю. В общем, просто пишите подробное описание, чтобы вы как можно конкретнее представляли данную цель. Далее дедлайн, до какой даты, до какого числа, до какого периода вы должны выполнить данную цель. Пишите именно конкретную дату, там не через 3 дня пишите, не через месяц, примерно через год, не надо так писать. Пишите себе лучше конкретную дату, даже если вы в эту дату не вложитесь, вы себе составите потом дополнительный план. Здесь ничего такого нету, просто лучше писать именно саму конкретную дату, чтобы вы знали, что вот, блин, приближается уже дедлайн, мне надо поторопиться там, к примеру. Следующий пункт — это план. Я советую разделять цель на мелкие, потому что таким образом наш мозг воспринимает мелкие цели гораздо конкретнее, чем какую-либо большую. То есть он знает, что ему делать, когда вы его направляете, и таким образом можно даже немножко опередить свои сроки. И далее у меня идет обычно окошечко, в котором я уже пишу вот такими вот печатными буквами. Готово. И все, цель выполнена. Ну, вот таким вот образом я, собственно говоря, себе цели и расписываю. Здесь ничего замудренного нету, мне так удобно, и половину своих целей, вот недавних, я выполняла с помощью таких вот списков. Я считаю это безумно удобно, вы можете попробовать и напишите вообще в комментариях, как вам. Все.
я сегодня хочу с вами поделиться просто своей находкой. Это программа для редактирования PDF-файлов. Как по мне, это намного лучше, чем Word и всякие подобные, потому что опыт в использовании у меня был не очень. Но данная программа изменила мое отношение. И так как я учусь в 11 классе, данная программа мне была просто необходима. Вот ее название, и сейчас я вам наглядно продемонстрирую, как она работает. Я считаю, что данная программа просто прекрасное решение, если вы учитесь в университете, в школе, на работе и вообще неважно где. Я, например, чаще всего редактирую здесь PDF-файлы, потому что я читаю литературу, в основном школьную, и сейчас я вам покажу мои любимые функции. Во-первых, это текстовая выноска. Я очень люблю пользоваться ей для того, чтобы отмечать описание героев, их слова и всякое подобное. Я просто обожаю выделение текста, то есть это как текстовыделитель на бумаге, только в PDF-файле. Все потому, что он как раз-таки не перекрывает текст, а идет чисто под ним. И также можно заметить, что здесь есть достаточно много других функций. Самое главное, что мы можем конвертировать наши файлы, то есть совершенно разные форматы. Например, я сейчас выбрала формат doc, и на самом деле это просто нереально полезная функция, все потому, что иногда, когда я приходила в школу, мои рефераты просто-напросто не читались, потому что компьютеры не всегда могут открыть ваш формат. И эта программа просто меня спасла, потому что теперь я могу насохранять просто во всех форматах и знать, что мой проект точно откроется. Если что, все ссылки я оставила для вас в описании, а также вы сможете получить лицензию Pro на 1 месяц со скидкой 38%, поэтому обязательно переходите в описание. Ну а мы продолжаем мое видео. Что основные дела я, в принципе, сделала, мне осталось только учеба, также видео, тренировка, ну и, в принципе, все. Сейчас я буду смотреть эфиры марафона, на который я была записана, по украинской литературе вроде как, да, и делать конспекты. Первый предмет, которым я сегодня буду заниматься, это украинская литература. У меня тут висит список на повторение всех произведений, которые мне нужно повторить. Я тут вот уже начала отмечать, что я прошла полностью подробно, и что еще нет. Я тут все подробненько расписываю, печатаю. У меня, кстати, заработал принтер наконец-то. Не знаю вообще, что с ним было. Просто так внезапно заработал, и все. Так что сейчас буду читать, а пока камеру поставлю на зарядку, потому что она мне села. Всем доброе утро. Я уже проснулась, почти что позавтракала, потому что я жду, пока сварится овсянка. И сейчас я буду готовиться к уроку по истории, который у меня будет, если я не ошибаюсь, через 2 часа вроде. Урок будет через 2 часа, но мне надо успеть сделать всю домашку. Сейчас у меня будет урок по истории, потом у меня будет украинский язык. Мне нужно сейчас прибраться немножко на столе, потому что через 10 минут у меня будет уже урок, а точнее репетитор по украинскому.